Александр Лукашенко принял с докладом председателя Белгоспищепрома. Глава государства интересовался прежде всего производимой продукцией и экспортом. К слову, в концерн входят более 40 предприятий с численностью работников около 20 тысяч человек. Удельный вес уплаченных платежей в бюджет по стране около 7%. На встрече присутствовал и заместитель премьер-министра Александр Субботин. Беларусь и Китай открыли совместный год регионов. Договоренность о его проведении была достигнута в январе во время телефонного разговора Александра Лукашенко с председателем КНР. Такое решение стороны приняли с целью развития сотрудничества. Это третий тематический период между странами. В 2018 он был посвящен туризму, в 2019 – образованию. Система образования к началу учебного года готова. В строй вводятся 7 новых школ в Бобруйске, Барановичах, Гомеле, Столбцах, Колодищах, а также 2 в Минске. Продолжается поставка оборудования. В этом году планируется оснастить 380 кабинетов биологии. Практически у всех учреждений подписаны соответствующие сертификаты. Продажу пива и слабоалкогольных напитков с содержанием спирта не более 7% ограничили в Минской области. Реализация запрещается круглосуточно в передвижных торговых объектах, в том числе расположенных в местах массового отдыха у водоемов. Также это касается дней, когда проводятся выпускные вечера. Исключение – павильоны и автолавки, работающие в сельской местности. Правительство вводит запрет на ввоз некоторых зерновых из Беларуси во все страны, в том числе государства ЕАЭС. Ограничение касается пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, а также семян рапса. Постановление будет действовать в течение 6 месяцев.